Яна, и правильно. Тетя Таня с Андреем где-то потерялись. То колеса меняют, то не пойми, чем занимаются. Да, мы их уже полдня ждем. Это называется до озера 2 часа. Когда это вы выехали, скажите, господа, и когда это вы собираетесь приехать? Да. Алёшка, а меня пустите покупаться? Сейчас Яна искупается, замерзнет, и я пойду. Ветер очень сильный, да? Сильнющий. В лесу вообще не дуновение, а здесь бывает. Волна, шторм просто 9 баллов. Тут вода, кстати, нечистая, не то, что обещали. 8 ветрах вообще такая тьма египетская. Может, это из-за ветра? Нет, она вообще такая. Она коричневого цвета. Такая, хоть глаз выкрыли вообще, так даже страшно. Может, Юра не ныряет на такую глубину? А? Я говорю, может, Юра не ныряет на такую глубину? Так, а вот, кажется, появилась тетя Таня с Андреем. Что-то они там за грабину взялись. Небось, эта грабина их там на каждом углу цепляла за что-нибудь. Такая она цеплючая, непроходючая. Это просто вагон и тележка. Горит рядом, тряпку-то мы нашли. А у нас солярка кончилась, а здесь заправок нет. И нам пришлось это самое, знаешь, ехать аж вперед. Обратно. Ой, вот собачка. Ничего себе. Сюрприз. Ого, вас как много. Таня, привет. Как мы ехали? Таня, за это время можно было до Москвы доехать вообще-то. Почти. Ну, мы ехали. Где? Яна боится пилы, помнишь? Я пропустила самое интересное. Так эту лодочку пускали на воду. Ну ладно, сниму, как эту лодочку будут обратно затаскивать. Да, Таня? Угу. Вот это так все стоит. Андрей, надо послушивать. Ха-ха. Таня, ты это бревно сама несла так далеко? Ну, сильно... У него зубки чешутся. Ему косточек не дают. Огладала собачка-то вовсе. Сами сели, поели, а дрыщику ничего не дали. Ты неправильно пилишь. Вдоль как-то. Как раз там разжигать надо. Надо поперек. Давай. Молодец. Сейчас она как тяжелые, кстати. У него веревочки не хватает, смотри, он к себе подтягивает. Ну, да. Тяжелый, я дельдопилю. Ничего себе. Надо было на месте распилить. Так я еще шутки один раз надо будет. Ну ладно, как пилить будете, скажете, мы с Яной пойдем погуляем. Ну, да, ну, потом. Ой, он до крови себе, по-моему, там все. Да пусть грызет. Да кровь, видишь, течет. Мне ж не надо. А где хозяин-то? Да кровь течет. Ну, Андрей. Он все губы этими щипками, наверное. Не надо. Вот так. Би-би. Ух ты, Яна волну рассекает. Кнопочки нажимай всякие. Вперед. Би-би. Би-би, Яна едет. Би-би. Как здорово. Яна поехала. Джи-джи. Машинка такая, да? Папа ездил, Яна поехала. Молодец. Огонь. Машем одной ручкой. Как
Мама, привет, я приехала. Доня, где палочка, а? Дай палочку. Давай, давай, где палочка? Куда ты дел палочку? Нехорошо, а он жалеть стоит. Иди сюда. Не-не, нельзя. Свои. Иди сюда. Слушай, по-моему, по тростнику можно еще кустами. Да, здесь. Я просто хочу посмотреть, там я вчера надыла место. Давай сейчас тогда сплавим с тобой. Да. Побуду я полчаса там. Да. Если есть уголь, я, конечно, прикнул. Если нет, я пойду тогда попробую щуку долбануть. Да? Не будем. Это ватрушка, ее не едят. На ней сидят. Он сейчас не будет есть ватрушку. Он сядет на ватрушку сверху. Папа, ты готов сесть на ватрушку? Готов. Готов. Ватрушка тоже готова. Ты садись нормально. Если что. Ватрушку накали на гарпун. Это класс. Леша. Потихоньку только сам. Доня. Ты так впечатляешь. Это классно. Это новая разновидность стрекозы. Доня, иди сюда. Доня. Стреколёша. Ой, а песу не попадет? Доня! Это хирластые, боже мой. Не смешите меня. У меня процесс. Доня, иди сюда! Блин, это дурачок, Тоня, как бы конечно. Давай. Доня! Такая ватрушка по озеру, а нет, две ласты. Так, ватрушка есть, а Лёшки нет. Да. Садись. Да, говорит, хорошая была тетя Таня. Хорошая? Тетя Таня. Ян, не садись на землю. И попу немножко отрывать от земли. Сейчас как это смотрит. Первый раз? Да. Нормально. Удовольствие получишь, не забываем. Я пока не боюсь. Пока не боюсь. Пока вон видишь, что-то сломалось. А какая Катя здесь там? Я вернусь. Яна, не стучи голову пока. Пока-пока. Яна. Пока-пока. Таня, готовность номер один. Че, опять никак? Яна, отойди. Где мячик?
Что? Вот что. Таня, ну как? Ты, Таня, ты жива? Ну и что? Тань, как себя чувствуешь? Я сразу вспомнила в мультике, там кошка за мышкой гналась, потом мышка так затормозила резко, и потом от нее только уши остались. От кого? От мышки. Ну-ка, как твоя попа, повернись. А дымится? Плоско все. Мне понравилось? Дымится. Понравилось? О, супер. Ага. Что, там так по волне, что ли, головой возит? Да не головой, задницей. А резинка-то была на голове. Там уже все, знаешь. Все равно, да? А я еще и перевернулась один раз. Да, ну как? Всем кверху. Всем. Мясо есть, рыбы нет. Приговор не подлежит. Здесь рыбы нет. Надо на карте подписать. Это уже два озера, на которых написано. Не, ну как, щука. Нормально. А Янка-то видела этих рыбок? Да. Ну, смотрела немножко и сказала, ага. Это карасин. Янка, видишь, какие у вас? Это карасин. Это чтобы плавать хорошо. Да. Ну, вот как рыба. Как рыба. 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 Опа, приехал. Папа едет. Хипиди. 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 Папа едет, я не возьму пиво. Еди. Ана, позови папу. Папа. Ого, ты волну нагнал. Вот эта штука. Фантастика. Вообще. Ну, расскажи. Где был, что видел? Я уехал сначала в тот конец озера. Угу. Потом я что-то посмотрел, мне показалось, что у меня бензин кончится. Угу. Ну вот, и поехал назад. Ну тут бензина еще достаточно. Я тут так. Я что-то сидела на берегу и думала, а если у тебя бензин кончится? Да. Я вроде не должен. Бензин. Бензин. Машины бензин кушают. И мама. Нет, Яночка, я не люблю бензин. Вообще. Я же не машина. И машина. Я не машина, да. Пойдем посмотрим. Мама гуляет. Точно? Слушай, я выключил, пусть эту штуку выйдет. Мама все нормально. Гуляет. Мама говорит.
сейчас велосипед будут грузить. Поднимите на себя прицеп, а? Снять его хочешь? Да я его отцепил, да, потому что мы не загрузим так. А что, поднимем его, нет? А? Не поднимем, думаю. Нет, я его крышу, это самое. Поставить подальше, да? Да, мотоцикл, давай ты на себя туда чуть-чуть. Поехали. Ничего себе, он где-то вяз. Опа, аккуратней. Опа, а сейчас это самое. Там стоит. Если против солнца сидеть, один силуэт снимать, один силуэт получается. Сейчас посмотрим, как все эта штука выйдет, будет приезжать оттуда, да? Таня, ты сколько ставишь на то, что она отсюда выйдет? Я уже видела это не раз. Да? Все, мне это кажется так тяжело. Я первый раз думала, уеду. Ага. Кто не волнуется, что уедут без нее, да еще и помогил. Кто? Яна? Собака. Чего? Стой, закопался. Надо бревно такое. Оттолкать. Подожди, толкнем. Да там нет, там. Подожди. Ой. Сейчас дрова кинем, подожди. Там это ямка. Ну закопался, Иванус. Зарылся, забрал. А он сейчас изменит направление движения. Ой. Таня, как это все? А как у нас колесо? Как это по все? Дороге, представляешь? Как это все по нервам? Да иду я, найду. Ой, как переживательно. Как волнительно. Ножку надо поставить. О, это уже вообще до глины. Зачем ты пытаешься это делать? Лучше бы он остался где был. А что это за дым пошел? Будешь
Вау! Вот это да! Тони, я больше не могу, мои нервы не выдерживают. Сейчас будем вытягивать на лебедке. Это машина, к которому сейчас все это дело будет подключаться. Андрей, слышишь, как Таня рассказывает Яне сказку? Ой. Про то, как дядя Андрей посадил репку. Выросла репка большая-большая. Что? Блин. Что, да, репка. Вооружен до зубов. Ха. Не то, что ступится, у него еще и лебедка есть. Колесо отвалилось. Мама поменяли. Машина застряла. Все, раз. Никаких проблем. О, с таким мужчиной не пропадешь. С усами уедет никуда. Видишь? Ее привязали на веревочку машину. Сосы на веревочку. Да, а что, к пеньку, что ли, привязали веревочку? Все, хотели его спилить. Во, все так, совсем хотели спилить. Да, ребятки, отойдите. Алёшка, отойди подальше. Хорошо, ложись в пустую и пультом управления. А то вдруг пенек не выдержит. Ничего. А говорят, с лебедкой ничего не страшно. Алёшка, отойди подальше. Алёшка, отойди! Сейчас не пойму, она временами не крутит, она не проскакивает. Андрюха, осторожно, не крутит сейчас, Андрюха! А? А, вот он дело. Пенёк ёкнулся. Сейчас пенек выдернется, а машина там останется. А сейчас я запечатлю счастливый конец этой печальной истории. Все близко уже к завершению. Яночка, вернись назад. Яна книжки читает, да? Яна, это про кого книжка? Рындио. Про Рындио? По-моему, это про муху-цокотуху.